Итак, я всех приветствую и напомню, находимся мы сейчас с вами в логове повстанцев. Это некое логово называется Red Dog. В прошлой серии мы уже в нем побыли, поговорили с всеми основными обитателями, с повстанцами, да, которые здесь у нас обжили вот это место, да, вроде как по, опять же, рассказам того же, по-моему, Хавьера и Джоя, да, здесь раньше было какое-то добывающее место, то есть какая-то, что ли, шахта, то ли рудная, то ли еще какая-то, но сейчас это дело уже все заброшено, и здесь все, теперь поселились, нашли свое пристанище, может быть, временное, может быть, навсегда уж, тут как будет по результатам войны партизанской известно, да, вот, собственно говоря, сами повстанцы. Итак, ну да ладно, собственно говоря, сейчас что нам надо будет сделать в этом дне, да? Кстати, третий день у нас потихоньку подходит к концу, и скоро начнется уже четвертый день нашего пребывания. Так как повстанцы изучили только вот эту часть данного подземелья, то опасно еще считается вот эта часть, которая, вот, собственно говоря, подход к которой сейчас охраняет Джо и еще один повстанец. Там они еще ничего не зачистили, вот, и идти боятся, ну, собственно говоря, понятное дело, потому что количество повстанцев здесь явно ограничено, их немного, и никто не хочет рисковать своей жизнью, но, тем не менее, нам, как уже безымянному герою, уже не впервые заниматься зачисткой пещер разного уровня сложности. Но, тем не менее, в одиночку мы туда не пойдем, а пойдем как раз-таки с Копером. Он предоставит нам дополнительную огневую мощь. Иди за мной, все отлично. Ну, точнее, не огневую, просто дополнительную военную мощь. Что-то я уже совсем заговорился, просто заигрался мальца в Battlefield 4. Плюс еще Armored Warfare должен выйти на медне. Ну, точнее, он уже вышел. Ну, по крайней мере, серия вот этой вот выйдет в понедельник, а ОБТ Armored Warfare уже в воскресенье будет, и мы там уже стрим запишем к тому времени. Так, ну ладно, собственно говоря, не об АВшке мы сейчас будем говорить, нам сейчас надо защищать тоннели. И вот я уже вижу противников, это гребные гоблины. Давай, работай, Копер. А гоблины, хочу сказать, очень, конечно, неприятные черти. У них скорость очень сильная, да, и урон от них также очень идет неприятный. Короче говоря, даже если вы будете очень таки сильно прокачаны уже, да, то все равно очень много неприятностей от них вы будете получать. Блин, вот скотина, а. Ну ты ему показал. Причем, что самое забавное, даже искусственный интеллект, ну, то есть врагов, да, он сражается более искусно с ними, чем, собственно говоря, вы. Видите, он даже, блин, вас уничтожает, вас бьет с такой позиции, с которой, казалось бы, ну, как он может быть? На вас даже не смотрит, а все равно люлей, очень много вы получаете. Причем ваши соратники, они от уронов гоблинов, ну, фактически ничего не теряют, да, то есть очень мало хелсы у них снимается, да? Блин, и надо вот стрелу искать. Ну да, из луков, конечно, по ним стрелять намного более удобнее, но, опять же, блин, что-то в этот раз, что-то я слишком много стрел потратил в никуда, к сожалению. Так, все, минус один, давай дальше. Вот пьяная ягода, кстати, надо собирать с гоблинов пьяную ягоду, потом еще она нам еще пригодится. Стало меньше. Так, дикая ягода, отлично. Так, сейчас будет очень неприятная тварь, называется варан. Но сначала обсмотрим все, что плохо лежит. Сломано. Да твою ж мать. Давай. О. Так, вот мы получили уже арбалет. Насчет использования арбалетом также свое видение я расскажу. Просто дело в том, что здесь вот тяжелое сломано. Двуручное оружие и арбалет — это такие сломано. Два вида оружия, которые довольно-таки неоднозначны сами по себе. В начале пользоваться ими абсолютно бессмысленно, по той причине, что у них довольно-таки низкая скорость атаки. Вот, но зато затем по мере прокачки
чем выше у вас становится уровень, и чем больше вы будете прокачивать силу, тем, да, двуручка будет более эффективнее. Но в начале именно игры я вам арбалеты и двуручные оружия качать не рекомендую. Так, здесь у нас что? В этом сундуке, кстати, очень хорошее заклинание есть лечение отравления и телепорт в реддок. Отлично, вот мы получили еще один камень телепортации, чтобы потом быстренько туда-сюда из Ордея, например, в реддок перейти. Так, по мясу. Давайте сразу пожарим, что у нас есть. Три мяска, ну, сойдет. Так, и давайте сразу на панель быстрого доступа. Сколько у нас есть жареного мяса? 6 штук, но пока что нам хватит. Блин, где бы стрелы бы надо быть? Потому что с вараном я отнюдь не хочу сражаться в ближнем бою. Очень не хочу. Так, у нас разряд молнии есть. Но на самом деле разряд молнии это можно потратить на другое. Там просто сейчас в конце зачистки пещеры сейчас пойдет более страшный враг. Ржавый боевой топор. Давайте еще соберем все, что плохо лежит. И пока у нас нет щита, походим с факелом. Посветим себе путь. А причем, что меня бесит, Копер, он, короче, что делает? Он бьет только тогда, когда либо по нем ударят, да, либо пока мы сами ударим. Блин, скотина. О, все, давай, бей ее. Короче, будем агрить на Копера противника. Ах, блин, все, он нас отравил, скотина. Так, с этим покончено. Так, все, ну, пока что мы не изучили снятие шкур, да, то мы с варана ничего снять не можем. Все, нас отравил варан, собственно говоря, там сейчас у нас идет слабость. Поэтому от слабости у нас что есть? От слабости у нас есть укрепляющее зелье. Сразу его выпиваем, чтобы особо много времени не ждать. Потому что если не излечиться от слабости, у нас потом, когда мы будем использовать бег, например, да, либо тратить силу на удары, то у нас вот эта вот желтая шкала, она восполняться не будет, что очень-таки неприятно. Так, давай, кушаем. Нам еще защищать и защищать. Кстати, также на этом дне я планирую, кроме зачистки пещеры, еще сделать следующие вещи. Это... еще два патруля орков добить. Как хотел Гелфорд. Блин, стрел уже ни хрена не хватает. О, давай. Правильно. О! Сейчас еще раз один меткий удар. И все. И ее больше нет. Еще одним монстром стало меньше. Отлично. Так, собираем магический корень. Магические корни тоже будут очень нужны потом для приготовления зелий маны. Так, еще одни вараны. Скотины, а? Блин, у меня так на вас, на всех стрел не хватит. А, ну, кстати, у нас еще есть огненные стрелы. Можно даже сейчас с огненных стрел подамажить. Значит, я смотрю, они не так много урона наносят. Ох, блин, как вас много-то, гады, а. Так, Копер, давай, работай. Я надеюсь, ты один выживешь. Но смотрите, огненные стрелы, они еще урон приносят огнем, да? Дополнительно обычному урону стрелами. Поэтому тоже вещь такая очень полезная. Сука, а? Давай, подыхай, мразь. Да чё ж ты никак не помрёшь, всё отлично. Так, ну урона не так, что он немного получил от варанов в итоге, отлично. Так, данную зону мы зачистили. И вот здесь, кстати говоря, не пропустите одну вещь. Один сундучок. Здесь опять будет кованый сундук, вроде как, должен быть. А, ну, на уровень выше он будет у нас. Так, что в корзине? Исцеление.
тоже нам потом пригодится. Слишком тяжело. Так, навык взлома мы потом также изучим, но чуть попозже. Так, еще я сейчас, блин, укрепляющий зелье у нас вообще будет расходиться как пирожки, блин. Ну, благо, я думаю, хорошо, что у того бокалейщика мы взяли шпагу Ларда. Не раз она нас еще выручит в сложных ситуациях. Так, идем далее. В принципе, уже к выходу из пещеры нам осталось не так уж и много. Блин, вот еще одна падла. Так, пока тут ее одна штука, давай сразу тебе в хэд пропишем. Блин, я косой, скотина. Коппер, коппер сзади. О, якорный бабай, слушай. Так, валим, 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 валим. Блин, мне сейчас придется в одиночку сражаться, я так понял, потому что что-то, блин, потупливает у нас копер. Никак добежать не может. Блин, сука! Сука, блин, тварь! Убейте уже его! Так, все, с вараном мы разобрались. Все, теперь надо с ползуном, блин, срочно. Блин, ты чё ж ты никак не можешь-то, а? Так, давайте от первого лица так будет удобнее. Так, крёбаный ползун, немного осталось же. Все, отлично. Ещё одним монстром стало меньше. Коппер сам завалил ползуна. Так, и что самое важное, вот, обязательно берем панцирь ползуна, потому что панцирь ползуна нам еще пригодятся для создания очень такого неплохого доспеха, да, но те, кто играл уже в предыдущей готике, те знают, о каком доспехе я говорю, это, конечно же, знаменитый доспех из панциря ползуна. Так, ну, зелье я тебе давать не буду, потому что вроде как у тебя все более-менее нормально с этим всем. Гребаный варан, вот сейчас... Уже 5 зелий будет. Ползунов, в принципе, не так уж и много в Амертане, да, в самой. Ползунов, конечно, намного больше именно в Варанте. Но до Варанта еще надо дойти. Хотя, все-таки, в Амертане есть небольшой ареал, где обитают именно ползуны. Это преимущественно есть он между вот этим вот побережьем, где мы сейчас находимся, и дорогой на Монтеру. Там парочка ползунов обитает рядом с одной из пещер. И еще есть место такое, где рядом с Монтерой оно будет. Там внутри горы. Но это позже мы туда пойдем, я вам покажу. Пока что смотрим кованый сундук. Так, и здесь, внимание, лук ассасина. Лук охотника Варанта. У нас сейчас охотничий лук 45 урон от стрелы, а теперь будет 50, еще на 5 больше. Так, пламенный меч, укрепляющий зелье, как раз очень хорошо, что есть. Зелье превращения в шершня. Замечательно, и как раз вот сейчас из кованого сундука списочного поменяем лук на более крутой, да, на более такой ассасинский. Все, смотрите, какой он теперь очень... Эластичный. Я даже не знаю, как это сказать. Элегантный, да, изящный. Так, ну вот, собственно говоря, и все. Вот мы и вышли из пещеры. Нам осталось лишь только доложить местным охранникам, да, о том, что все, вход из пещеры защищен, выход. И теперь он полностью, эта пещера безопасна. Так, и, кстати, как только мы вышли из пещеры, какая-то сразу... Не знаю, тут какой-то разбитый караван. Давайте возьмем все, что плохо лежит. Мотыга, шкатулка, ковш. О, лопата нам также еще пригодится. Кстати, по миру готики также разбросаны еще захоронения, где можно потом раскопать эти захоронения и найти какой-нибудь клад. Ну, в основном, в принципе, да, это... Данный клад, он не такой уж и, скажем так... Ценные, в основном там, не знаю, пара золотых хранится и все. Так, а куда у нас факелы делись?
А, или это был один лишь факел, да? И он уже у нас выгорел. Блин, очень жаль, очень жаль. Ну, значит, придется нам, наверное, идти ночью. Да, тут глаз выколи, ни хрена не видно. Однако есть другой вариант. Буду ходить сейчас с огненной стрелой, потому что хотя бы огненная стрела будет нам мальца подсвечивать дорогу. Значит, сейчас мы куда с вами, друзья, идем? Сейчас мы идем с вами на одну из застав орков. И, короче говоря, цель у меня какая? Сейчас там есть, опять же, по рассказам повстанцев из Реддека, сейчас там ютится кузнец, которого можно у них отжать и привести обратно в Реддек. И плюс еще завалить, вот на клифф, кстати, и плюс еще завалить тут самих орков. Так, но можно, короче, как сделать? Можно на них сразу попробовать напасть, либо еще что можно сделать, можно вызвать главного на поединок, орка, а потом их еще раз забить. После того, как мы победим главного. И тогда у нас, собственно говоря, еще больше опыта дадут за это все. Так, Коппер, ты у нас будешь в полях в засаде ждать? Жди тут. Я охраняю форт. Так, все, замечательно. Надеюсь, если что, ты встревать не будешь, если я сейчас вызову на поединок. Блин, знаешь, на всякий случай все-таки... Иди за... Ну, вперед! Чуть подальше тебя отведу сейчас, чтобы ты не сагрился раньше времени на нас с вами. Так, все, здесь жди, короче говоря. Жди тут. Я охраняю форт. Вот. Так, отдам тебе одно зелье, все, и если что, потом используешь его. Так, ну что, ребятки, вас приветствую, орки вы мои дорогие. Так, ну вроде не агрится, да? Вроде ведут себя довольно-таки мирно, а вот этот кузнец самый. Не делай глупости, чужак, иначе орки нас накажут. Ты вообще кто? Ну, я, конечно, уже догадался, что ты кузнец тот самый, который нужен повстанцам, но что тем не менее. Что ты здесь делаешь? Я раб орков. Я работаю на этой ферме лесорубом. Спину согнул перед ними. А я ведь кузнец, черт побери. Но кузнеца орки и в грош не ставят, если он человек. Так ты кузнец? Можешь научить меня кузнечному ремеслу? Интересно как? Из кузницы? Извини, но ты хочешь слишком многого. Ну я отведу тебя в Реддек, чувак. Где нет орков, я покажу. Понятно. Я освобожу. У меня уже тебя. Есть план. Не говори глупостей. Орки с тебя шкуру спустят. Ну, это мы еще посмотрим, еще не факт. Что случилось? Топорк, я смотрю, ты тут главный, да? Что тебе тут нужно, Морра? Не лучше ли тебе работать в поле? В твоих же интересах, чтобы у тебя был хозяин. Иначе ты будешь... Я сам себе хозяин, парень. Я должен идти, мой хозяин уже ждет меня. Я пришел вызвать тебя на поединок. Весьма самонадеянно. Хотя, как пожелаешь, ты получишь свой бой. Никто не так, может... Так, ну что, сейчас посмотрим, кто круче, дай сражаться, как истинные воины. Гадина, скотина. Хотя, наверное, лучше, наверное, сейчас было бы выйти, наверное, на улицу, да, потому что... Здесь все-таки пространство дома, оно немного сковывает. Давайте, тем не менее, попробуем. Сейчас тебя так забью, скотина. Ну, не так страшны орки, как их малюют. Я, на самом деле, сейчас тебя, наверное, сразу забью. Блин, мразь, а! Подловил, гад. Вот видите, пространство для маневров скотина не оставляет. Так, отлично, все. Значит, сейчас что делаем? Все, мы получили необходимый опыт. Так, берем сейчас связку оружия. И сейчас мы делаем финиш. Так, а чё? А те орки даже не увидели, да, как мы его убиваем? Отлично, ну.
Так, ну а сейчас что мы сделаем? Сейчас мы с вами позовем Копера. Даже забавно, я даже мальца удивился, как беспалевно мы тут завалили главу их. Так, Копер. Иди за мной, ну, давай. Все, поперли. Сейчас будем херачить их, этих мразей. Ты для меня не соперник. А, сразу, да, согрелись, гады. Ну ничего, ничего, давайте спробуем. Так, ладно, помогаем Коперу, а то его еще убьют, блин. Так, там уже у нас и местный наш кузнец решил помочь. Остановись. Блин, Клифф! А, ты что, против меня, что ли, пошел, Клифф? Я что-то не понял. Ладно, отдохни пока, парень. Он, видимо, сам охерел от этого. Или я в него вхерачил, что ли? Случайно. Так, ну следопытов легче валить, на самом деле, уже будет. Так, остался последний. Опять же, как я сказал, на убийство орков особо это все не повлияет потом на отношения с самими орками, потому что орки не будут знать, кто убил заставу. Твою мать. Блин, все-таки погиб. Эх, хороший был чувак. Больше ничего. Копер, извини, что не спас. Очень жаль, парниш. Ну, что поделать. Миру твоему праху. Да, вот нам, блин, вылазка ночная вышла. Блин, в свинье сразу 3 мяса. Так, ладно, надо сейчас немного передохнуть у костра, блин. Нехорошо, конечно, нехорошо. Потому что нам же с ним еще, блин... Вторую бы, блин, заставу бы повались. Да, чувак. Ну что сказать, повстанцы будут тебя помнить, ты погиб не зря. Как настоящий, собственно говоря, воин, солдат сопротивления. Вместе со своим противником полег на этой земле. В любом случае, я буду уважать твой путь. Ну а нам, собственно говоря, у нас свой путь, и нам надо двигаться дальше. Так, Клифф, все, ты свободен? Ты свободен. Благодарю тебя. Я уж думал, так и умру. Повстанцам в Редаке нужен кузнец. Это же прекрасно. Я опять смогу заниматься любимым делом. Но я ведь даже не знаю, где находится Редак. Чувак, он тебе под носом. Давай, все, поехали. Я отведу тебя к Хавьеру. Он главный в Редаке. Спасибо тебе, чужак. Сообщи мне, когда пора будет идти. Да уже бы. Я уведу тебя. Хорошо. Да. Тяжелая выдалась ночка, явно. Блин, вот жалко. Копера. Но, опять же, переигрывать я не буду. Ну, чтобы было интереснее, опять же. То есть я хочу в этом прохождении, чтобы у нас были настоящие последствия, да, а не так вот, что там что-то не понравилось, да, и сразу переигрыш. То есть мне кажется так интереснее. То есть не смогли уберечь чувака, значит все. Значит он навсегда, собственно говоря, пропал, погиб. Ну, такова жизнь, что поделать. Поэтому да, будем делать полный отыгрыш. Так, ну а сейчас... О, еще один, кстати, царский щавель могли пропустить. Сейчас просто Клиффа отправим обратно на кузню и сообщим о том, что... Во-первых, нашли кузнеца, а во-вторых, зачистили полностью пещерку. Кстати, Клифф также имеет особенность частенько тупить здесь, в этой пещерке. Ну, надеюсь, в этот раз тупить особо не будет.
Ой, да-да-да, Коппер. Не уберег я тебе, не уберег. Плохой из меня руководитель и командир. Ну, собственно говоря, чё? У нас безымянный привык действовать именно в одиночку. Хотя, знаете, был в Готике 2 момент, когда он с охотником на драконов ходил с Бифом. Но тот еще и денег просил за свое пребывание в его компании. И там тоже он погиб потом от орков. Я помню тот момент, мы начали около этого крепости старого лагеря ходить, и он там погиб. Смертью храбрых. Так, ну что, Джой? Южный выход из Радека свободен, чувак. Южный выход из Радека свободен. Ты хочешь сказать, что там больше нет этих тварей? С ума сойти. Тогда мне будет спокойнее и здесь, у южного выхода. Спасибо. За это я дам тебе пару золотых. Да, вот только твой... Нет, мы не знаем. Соратник уже погиб, к сожалению. И у вас стало еще на минус одного меньше. Так, еще 15 очков осталось для того, чтобы потом мы смогли торговать. Хавьер, у меня хорошие новости. Клифф кузнец, и теперь он будет работать на вас. Спасибо, чужак. Теперь мы сможем увеличить наши запасы оружия. Ну, это замечательная весть просто. Большое спасибо тебе, чужак. Я никогда этого не забуду. Вот, возьми это в знак моей благодарности. О, 300 золота. А чё, очень даже так неплохо, да, за вызволение-то? Покажи мне свой товар. Так, вот с ним мы, кстати, можем торговаться. И, знаете, что сразу возьмем? Так, длинный меч. 3200, дороговато. Так, острый болт. Рубиновый клинок. Так, давай тебе, во-первых, значит, тогда все это добро продадим, которое у нас есть. Сейчас. Так, таким макаром немного у нас уже есть капитала. Так, плюс еще сейчас задвинем тебе щиты, которые нам нафиг не нужны. Так, и оставлю я один деревянный щит с самыми наилучшими статами. На передней стороне щита изображен символ, который на древнем языке людей обозначает убежище. Так, ну давайте все это добро продадим тоже. И получим за это еще 1500. Так, по мечам, длинный меч. Ладно, пока что насчет этих заготовок я... Пока что их отложу. Пока что купим у тебя заготовки стали, потом они нам пригодятся. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Так, а сейчас что мы сделаем? Мы сейчас изучим навык заточения клинка, потому что можно взять любой клинок, заточить его на точильном камне, и там у нас, по-моему, будет плюс 5 или плюс 10 еще больше урона. Как заточить клинок? Подходишь к точильному камню и приступаешь. Медленно вводишь лезвие налево и направо и равномерно затачиваешь его. От этого оно становится очень острым. Благодарствую. И плюс еще нам сейчас нужно узнать о ремесле старателя, ну, чтобы потом с киркой добывать полезные ископаемые. Что я должен знать о ремесле старателя? Тут многого знать не надо. Втыкаешь кирку в скалу и начинаешь рубить. Удары должны быть равномерными. Тогда ты сможешь получить больше кусков. Так, ну что, замечательно. Ух, сколько у нас? 30 очков опыта еще осталось. Обалдеть. Так, давайте сразу заточим оружие, вот шпагу Ларда как раз. Потом что нам еще? Так, двуручный меч. Да нет же. Кстати, от заточения клинка цена, да если что, же, не увеличится. Так, ну вроде как модификатор на плюс 10, да, дает нам заточенный. То у нас был 55, а сейчас 65. Ну, уже лучше.
Итак, собственно, сейчас еще нам еще осталось сделать. Надо бы, я думаю, поспать. Хотя, в принципе, можно продолжить сейчас ночную смену. Что же это? А знаете, а давайте сделаем действительно такую ночную серию, потому что, смотрите, легче будет охотиться на животных именно ночью. Потому что у них меньше получается как бы радиус видимости, да, и плюс ко всему можно втихаря на них напасть, чтобы они твои шаги не услышали. Поэтому давайте-ка, да, ночку четвертого дня еще вот как раз посвятим уничтожению сейчас кабанов, которых просил убить Брентон. И, соответственно, последняя застава орущего патруля. Так, сейчас аккуратненько посмотрим. Где-то здесь они должны быть, эти наши кабанчики. По-моему, их там 3 штуки. И, кстати, уже светает потихоньку. Но мы можем видеть это. Так, кого мы там заметили-то? А, злой дикий вепрь, вот он. Я смотрю, ребятки-то не спят вроде как. Да, ребятки не спят, смотрите. Тут как тут наготове, блин. Блин, сразу двое на одного. Обалдеть. Чуваки вообще никогда не спят, блин. Блин. Так, ну тогда сейчас на повстанцы вас наведу, друзья. Так, ребят, я вам тут это покушать принес. Атакуем. Так, а орков потом с заставы тоже можно потом непосредственно к повстанцам привести. И они там их поубивают всех. Отлично. Стоп, сразу за злого дикого вепря. Ну, спасибо за опыт. Мне и не жалко. Нет, суровые ребята тут, конечно, ничего не скажешь. Прям два вепря на всех повстанцев. Смотрите, как закипишулись сразу ребятки. Так, остался там, получается, еще либо один, либо два. Я просто не помню, их там либо три, либо четыре вепри было на месте лесопилки. Еще надо будет получше посмотреть. Так, вот еще одна падла. Еще посмотрим. Ну, вроде, да, их 4 всего получается. Мразенка, а? Смотрите, сколько много хелок отняла сразу. Так, ну действуем старым дедовским способом. На базу зовем. Гребаные кабаны. Ненавижу вас. Но опять веприн, по-моему, покруче, чем обычный кабан. Потому что их хелсы снимает больше. Так, давайте. Работаем, парни. Отрабатываем на них как раз приемы, которые выучили. Тебе и не жалко. Так, все замечательно, то есть репутация в Реддеке стала уже 80, и мы сможем торговаться теперь уже с местными. И сейчас Брентону расскажем о том, что все, зачистили мы лесопилку. Хотя, блин, знаете, с такой боевой мощью, блин, удивительно, почему они раньше это сами не могли сделать. Так, Брентон, где мои 30 золотых, которых ты мне обещал? В чем дело? С дикими кабанами покончено. Можете спокойно приниматься за работу. Наконец, хоть кто-то из вас позаботился о наших проблемах. Спасибо тебе, воин. Вот тебе мое золото. Отлично, пальцев. 30, твою мать, золота. Ну, шикардос. О, зато сейчас стрел на халяву, смотрите, пособираем. А то я тут жаловался на то, что у нас недостаток стрел и все такое. Спасибо повстанцам, собственно, за халявные стрелы. Мы поговорим позже. Гелфорд. Орочий патруль на ферме уничтожен. Слава Иносу. Эти вояки вечно доставляли мне головную боль. Как тебе это удалось, даже спрашивать не буду. Ты молодец.
Вот, держи долю нашего золота, чужак. Отлично. Так, записи Гелфрода, часть 2 получены, 500 золота нам еще вручил. Ну, неплохой такой навар, я хочу сказать. Покажи мне свой товар. Так, а что же нам могут предложить? О, 131 стрела, ребят. Как долго я этого ждал. Так, все, шикардос. Плюс ко всему, что он нам еще... Так, одежда фермера, кожаное одеяние. Угу. Так, ну, давайте пока что, знаете, похожу-ка я в одежде фермера пока что. А легкий доспех повстанца я покупать ты не буду. Парень, что надо. А, потому что в скором времени мы найдем с вами еще более лучшее снаряжение, чем вот это вот. А пока что, ну, первоначальный сет, да, который нас хоть как-то спасет. Хотя можно и кожаное одеяние взять, но 3000 мне что-то за это платить неохота. Причем явно неохота. У нас, в принципе, смотрите, без брони все более-менее нормально. Да, давайте одежду фермера возьмем. И как же мы, интересно, будем выглядеть. Смотрите, чуваки, ничего не напоминает. Прям прямиком из Готики 2. Блин, слушайте, я так и представляю вот этого безымянного нашего, который прям в таком вот доспехе, униформе фермера пойдет вырезать орков. Что сейчас, собственно говоря, я вам и продемонстрирую. Не, а чё, как по мне, то классно. Так, и по-моему, сейчас пойдут сразу повстанцы уже на лесопилку. Да. Как раз мы видим этих ребят. О, уже рубит дерево там, обрабатывают. Вот Брентон сам уже пришел. Отлично, то есть видно, что мир как бы не стоит на месте, да, и в итоге то, что мы сделали, да, это все влияет на мир. То есть сейчас зачистили лесопилку и сразу повстанцы пришли на это место. Так, ну что, безымянный ты наш. Еще одно последнее задание на сегодня осталось. Это зачистка еще одного патруля орков. Где-то вот они... А вот они и ребята, кстати. Так, сколько их тут? Раз, два, три, четыре. Так, четыре гребаных орка. Надо сейчас хорошенько подумать, что нам против них делать. Так, у нас есть разряд молнии. Угу. Так, у нас есть аура ужаса. Ненадолго, но тем не менее может помочь. Так, телекинез. Жаль, у нас нету вызова призыва животных. Вот это прям очень жалко. Так, и мана. Блин, всего лишь 6 штук. Так, надо сейчас сразу на панель быстрого доступа все положить. Так, ребятки, сейчас постараюсь я вас захерачить. Да, слушайте, это казалось недейственным. Блин, суки, из арбалета уже шмаляют. Так, ну придется вас тогда издалека фигарить. Так, привет. А, ну тут разведчики, это хорошо. Сейчас, значит, поиграем в перестрельщика. Давай, скотина. Тут тоже надо быть аккуратным, потому что, блин, болты в тебя могут попасть, тем не менее. Они сейчас не попало, поэтому надо быть постоянно в движении. Но это даже и гуд, что тут у нас одни разведчики получились, да? Потому что сейчас солдата ближнего боя мы сейчас тут только что завалили. Сука. Надо аккуратнее. Да, и надо иметь в виду то, что от попадания из лука или арбалета противника, да, в которого ты стреляешь, он погибает сразу. Так, минус 50, отлично. Стой ты на месте уже, а.
И лук, он, конечно, чем хорош, он... Урон, конечно, у лука поменьше, чем у арбалета, но скорострельность, сами видите, какая. Очень хорошая именно у лука по сравнению с арбалетом. Так, замечательно. Зачистили мы патрули. Все, теперь у нас могут повстанцы жить спокойно. И опять же повторюсь, то, что я за это задание принялся лишь потому, что... Даже если мы вот сейчас вот два патруля перебили, то орки об этом не узнают. То есть не узнают, что разбили их именно мы. Ну и, соответственно, можем не беспокоиться за свою жопу, скажем так. Фу. Ну что, хороший выдался у нас уикенд, скажем так. А вечер, да, всю ночь и утро мы потратили не зря, отнюдь не зря. И, во-первых, что мы сделали? Мы расчистили неизведанную часть пещеры, да, подземелий в Реддеке. Мы привели повстанцам на помощь кузнеца и зачистили два патруля. Собственно говоря, отлично. Я думаю, отличный результат на сегодня, на третий и четвертый день. Так, и, кстати, цанских щавелей, смотрите, сколько много мы тоже уже понасобирали. Так, давайте вот это место еще посмотрим, что у нас тут плохо лежит. Все, давайте соберем. Да, фермер безымянный. Можно прям свою ферму делать. Как раз сейчас зачистить от орков вот ту ферму, да, где там они пасли свиней, да, куры, и где был пленный кузнец, и там свое дело основать. Почему бы и нет, собственно. Потому что, смотрите, он действительно похож на такого фермера прям. Типа как Лоборот из второй готики. Так довольно-таки забавно. Итак, ну что, теперь сейчас приходим с радостными новостями. Также к нашим квестодателям из Реддека. И рассказываем, что вообще все отлично. Что все их поручения успешно выполнены. Так, где у нас Гилфорд? Все уже, я смотрю, проснулись. Орочий патруль разбит. Очень хорошо. Они уже были совсем недалеко от нас. Хорошая работа. Вот твоя доля нашего золота. Замечательно. И записи Гелфорта, часть первая у нас теперь есть. Можно их теперь уже и почитать. Так, давайте опять добро орков продадим. Так, и что Гелфорд нам тут писал? О, и как раз здесь можно узнать про орках. То есть здесь он описывает орков севера, диких горных орков, да, которых мы знаем по второй готике. И также вот об войне, да, которая здесь происходила. Также в Миртане мы можем узнать. Ну, об орках что можно узнать? Орки севера — это первые орки. И еще вторые орки — это дикие горные орки. То есть, как я понял, их всего два вида. Итак, орки с севера. Они несколько сильнее, чем обычные люди. Их шкура коричневого цвета, цвет кожи варьируется от светло до темно-серых тонов. Они носят толстую зимнюю одежду даже в пустыне, и все говорят на языке людей. О истории орков севера известно мало. Якобы они покинули север из-за внезапного наступления холодов. Они пошли на юг Нордмора. Затем они обнаружили Миртану, и началась вторая война с орками. С другой стороны, за прошедшие 10 тысяч лет орки севера также могли бы приспособиться к жизни в условиях ледяных пустынь. И дикие горные орки. Они примерно в 3 или 4 раза сильнее людей. Их шкура бурая с желтоватыми или зеленоватыми оттенками. Они носят легкую одежду, и почти никто из этих орков не говорит на языке людей. Горные орки уже упоминаются в текстах древнего народа. Строители этих городов-государств несколько раз ввязывались в конфликты с этими якобы дикими орками. Во время первой войны с орками численность диких горных орков значительно сократилась, как на суше, так и на островах. Это изменилось только после того, как ими стали командовать орки севера. Ну вот потихоньку и бэк игры узнаем, да? То есть, вообще, в принципе, в готике бэк это была довольно-таки, ну, слабоватая часть... аспект игры, да, ну, по сравнению там с тем же богатым лором и бэком того же Теса, да, но, тем не менее,
в комьюнити патчах потихоньку исправляют эту ситуацию. Ну, короче говоря, из этого мы еще узнаем то, что орки севера, они такие более, скажем так, технологичные, более цивилизованные, чем дикие орки. Но зато дикие орки, они самые сильные из всех. Ну и, собственно говоря, это этим и объясняется то, что почему вот этих вот орков из севера, которые сейчас поглотили Миртану, почему с ними сражаться, в принципе, легче, чем с орками, которых мы увидели в Готике 2. Потому что это, ну, совершенно разные, получается, орки. Но, тем не менее, так как у северных орков там была больше развита вот именно кооперативность, да, и... уже была какая-никакая цивилизованность и централизованная власть, то, соответственно, они горных орков тоже, получается, присоединили. Даже несмотря на то, что горные орки, они все равно круче и сильнее, чем северные орки. Так, и вроде по связкам оружия у нас тоже должна быть сейчас норма, поэтому давайте сейчас Норриса обрадуем. Вот 5 связок оружия. Отлично. Это нам поможет. Вот тебе немного золота за усердие. Замечательно. И еще что у нас осталось сделать нам с вами? Еще бы желательно бы нам сейчас защиту щитом прокачать. Поэтому немного в силу. Хара. Давайте потратим очки наши. Да. Так, сколько у нас сейчас? 133. Так, ну это с учетом медальона, да? Медальон нам, по-моему, 123. Так, получается, тут нам 125 надо. Просто дело в том, что вот эта вот сила с учетом медальона, она при обучении, она не учитывается. Так, 125. Ну, давайте, все. Теперь уже можно и обучиться... отражать удары щитом. Научи меня отражать удары щитом. Путь щита — это путь солдата. Так что запомни, твой щит — твой лучший друг. Поэтому всегда носи его с собой. Он защитит тебя почти от всех нападений, в том числе и от стрел. Ах да, и вот еще что. Никогда не держи щит и оружие в одной руке. Ну, спасибо, капитан. Очевидно, что я тебе могу еще сказать. Так, в итоге что у нас тут с вами? Чтобы уже второй уровень обращения с щитом получить, нам надо еще помимо силы, где надо 150, еще прокачать и ловкость. Вот что мы затем с вами сделаем, но сделаем это уже в следующей серии. И научит нас ловкости один охотник, который будет находиться рядом с Кабдуном. Ну и в принципе здесь в Реддоке по сути своей у нас все. Мы все, что здесь могли, сделали, и больше нас здесь ничего по сути не держит. Конечно, немного жаль Коппера, опять же, но такова судьба. К сожалению, он погиб за свое правое дело. А на этом, в принципе, да, знакомство с Реддоком у нас с вами закончилось, и теперь наше нелегкое будет выведет нас на Кабдун. А Кабдун — это уже деревушка, которая будет под властью орков и наемников, соответственно, на орков находиться. Посмотрим, что мы встретим интересного в этом поселении. Ну а на этом все. С вами был Тямыч. Всем спасибо, ребят, за просмотр. И пока встретимся, как я уже сказал, в Кабдуне. Пока-пока.